Всем привет! Сегодня мы собираем стол. Мы хотели собрать кроватку, но поняли, что у нас нет столько силы. Да, там надо закрутить шестигранником, а я после операции не могу закрутить, потому что надо усилия прикладывать, короче. А у меня силы не хватает, есть вариант это сделать что-то повертом, но нет насадки. Насадку в офисе завтра принесу и будем собирать, а сегодня столик. Столик, да. Это для компьютерного столик, чтобы я мог работать за компьютером. Здесь мое офисное место. Да. Вот местный. Снимешь меня, покажешь? Конечно. В общем, вот так сейчас выглядит Андрей в корсете. Да. Сегодня ходил в больницу в Одинцово. Думал, швы должны снять. Ну, сегодня должны были швы снять. Они посмотрели, говорят, надо прийти через 3 дня. Получается, это будет понедельник. В понедельник прийти надо будет, чтобы они сняли швы. Посмотрели, короче, сделали перевязку и все, отправили домой. Хотя бы посмотрели. Мы думали, там сукровица выделяется или гной. Мы не очень понимали, что это. Сказали, нет, все в порядке. Выделяется. Как-то там название у этого даже есть. Они сказали, все хорошо. Угу. Мама домой уехала. Так сложились обстоятельства. И мы пока здесь с вами. Сейчас будем собирать. Погнали. Угу. Ну вот, мы собрали стол с Катей. Получилась такая вот приковая. Прикатная, грубо говоря, такой стол. Вот этот, кстати, стол, он регулируется, то есть можно его ставить. Но я переживаю, что вот эти бортики, они могут не выдержать или просто вылетит ноутбук. Он дорогущий. Буду, короче, тут поставлю микшер, все свои документы вот эти, которые, ну, там, наушники такое всякое. Вон этот аппарат для давления тоже поставлю. И это, буду с ним работать. Катя сейчас отрегулирует. И, конечно, ужасно после операции. Ничего тяжелого нельзя поднять. Это очень тяжело. Ну, да. О, господи, посмотри. Ну да. Это в спирте, что ли? Водой намочила. Офигеть. Еще это они. Краска, что ли, сходит уже. Уже сходит краска. Обалдеть. Ну и вот, а на этом будет, наверное, работать, на нем удобненько, маленько. Это от кромки такой цвет. Ничего себе, что это за кромка такая? Не знаю, я вообще впервые такую вижу кромку. Ну да, хрень какая-то. Надо еще раз протереть. Сейчас еще свежую тряпочку принесу. Вот такой вот. Российское производство. Закрепи, оставлю ссылку на этот товар, на зончики. Только чтобы все знали, какая здесь кромка. Да, говняная. Она самая дешевая. Сейчас мы сейчас дотрем, пока она белая не станет. Ну, Андрей. И вся краска уйдет. Ну, а что? А так будешь, это что, рукой возьмешь, что она будет красить руки или что? Ну, да. Охренеть. Сегодня мы собираем кроватку для мелкого. Скоро уже через 2 недели или 2,5 она уже появится. Угу. Так как у меня спина, собирает его Катя. Здрасте, а ты мне что, не помогаешь, что ли? Ну, помогал, ну. Придерживал, прикручивал, шуруповертом помогал. Да. Тебе нельзя, что. Из тебя я сама бы точно не справилась. Ну, вот там ту часть уже собрали. Где вот маятник как раз, вот ее сейчас закончим уже. Да, ее мы собрали. Сейчас все эти ножки Катя прикручивает. Не, ножки это вон там, это часть маятника просто будет. А, маятник. Ну все. Аполлон тоже участвует. Он, кстати, да, он будет подпихивать. Компьютер маковский. Тоже уже мое рабочее место уже показывал. Кстати, этот столик тоже мы собрали. Для работы очень, ну как сказать, удобный. То есть я за ним не работаю, потому что эти бортики маленькие, они неудобные. Ну зато сюда я ложу там микшер, микрофон, чтобы видосы записывать лежа. Ну и в принципе на всякое барахло ложить. Да. Беспроводную зарядку, провод. Светильники себе поставил, чтобы хоть даже когда книги читаю, чтобы глаза не болели. Катя уже научилась вставлять, только в глаз не это.
аккумулятор. Нет, поменять аккумулятор и поставить его на заряд, который меня еще научил, когда макарнизм монтировали, так что не надо. Это-то я умела. Да, вроде в адидасах, Катя. В твоих. Тебе покупались. Так. Пойдем дальше инструкции. Да, сейчас соберем, покажем вам готовый результат. Осталось самое сложное. Чему сложно? Вот это. Я не очень сильно в схемах разбираюсь. А что там бортики потом прикрутить? Клетка целая. Но мы без одной стороны будем сразу делать. Mm-hmm. Ну, чтобы, если что, и по уровню, и сразу к кровати. Mm-hmm. Вот только вот, кстати, матрасик. Матрасик пришел. Сегодня, если сил хватит, соберем комод. Вот комод. Ну, это уже ближе к вечеру. Блин, но он тяжелый. Ну, это если тяжелый, это если прям весь брать вес сразу. А мы же будем как? Ну, каркас соберем, потом ящички по одному и по одному повтыкаем туда. Угу. Нормально все будет. Угу. Катя собрала уже все. Не без помощи Андрея. Сама бы я бы так не справилась. Не такая уж я и умная, и силач. Ну все, теперь нужно его поставить. Донышко. Да, донышко. Ну, на самом деле здоровая кровать. 1 м 20 на 60, ну, стандартная, по идее, такая детская кровать. Как раз мы там обои поклеили, там чуть-чуть внизу потянуло их от принтуса. Видно, да? А? На видео видно? Чуть-чуть видно, да. Ну, хоть плесени нет. Ну, тогда. Можно я чуть-чуть обойду? Ага. Сверху сейчас будем ложить этот, да, каркасик. А покажи, как она работает. Маятник? Да. Ну, это прям, чтобы не укачивалось, можно вот так слегонца, да, просто. Размахнулась там, чтобы ребенка укачало, ливанул немножко, да? Теперь, по идее, надо нам каким-то образом, слушай, мне придется что-то подставить, какую-нибудь книгу, наверное, или книги, потому что ты не сможешь нагнуться мне ее придержать. Ну да, сейчас мы книжку поставим. Что-нибудь, да. Ну, Катя, с шуруповертом. Смешная картина, ты хотел сказать. К сожалению, мне тяжело шуруповерт пока держать. Сразу спину отдает. Даже просто держать, не то что вкручивать. Ну, поэтому ничего страшного, я же могу, мне не тяжело. Я не так много набрала беременной, чтобы прям отказаться от физической какой-то работы. Не вижу, да ручечку не вижу. Книженцы у нас стоят. Так, ну вот, собрали мы, точнее, Катя собрала. Мы, потому что без тебя я бы не справилась. Собрали кроватку. Функционирует она вот так. То есть. Маятник. Да, маятник чуть-чуть так. Есть с маятником, который поперек, есть который вот такой вдоль. Угу. Я искала вдоль конкретно, плюс высота матрасика. Он должен быть наравне с нашим матрасом, чтобы малышика ночью взяла. Взяла к себе на кровать на матрас, покормила и обратно сюда положила. И уже, наверное, когда начнем потихоньку переворачиваться, будем. Уменьшать. Вот эту ставить, как она называется. Здесь вот эта сторона будет. Перегородка вот она. Да. Вот сейчас мы ее пока ставить не будем. Вот. А потом уже, наверное, через, ну, примерно там 2-3 месяца, наверное, уже будем ее ставить потихонечку. И опускать леганца, потом донышко. Здесь 3 высоты. Угу. О, такой. Животик уже большой. Ну так. 2 с небольшими недельки осталось, там всего ничего. Угу. Пойдем прогуляемся, тебе расхаживаться надо. Да, сейчас надо машину прогреть, Порше. То, что уже сколько, 2 недели не заводили. Последний раз, когда в больнице его Катя прогревала. Все, надо прогреть, чтобы она там, ну, хоть как-то поработал двигатель. Этот матрас, вот он, который мы скоро раскроем, положим туда. Надо протереть только весь. Кроватку, да, сейчас протерем. Тоже такая, как стружка такая, угу, деревянная. Сейчас ее влажной тряпочкой протру, и можно будет матрасик закрыть. Да. Вот эти, кстати, штуки, которые в наборе были, они фиксируют сам механизм маятниковый. Они вставляются туда. Если надо, вот зафиксировать, просто там вкручивать его и все. Да не надо сейчас. Ну, я хоть посмотреть хочу. Там все постараюсь. Да, он просто вставился и все. И он же не будет двигаться. Вот здесь,
что. И получается, еще были вот такие вот маленькие пластмасски. Они нужны для того, чтобы вот сюда вткнуть и закрыть саморезы. Еврики называются они. Но мы их не будем ставить, потому что вдруг они отвалятся, а ребенок потом их, не дай бог, съест. То есть мы их ставить не будем. Ну и все. В принципе, хорошая кроватка за ту сумму, которую она стоит. На Озоне заказывали ее. Прикрепим ссылку на нее. Может, кому будет интересно, можете тоже заказать. Ты закрутила, что ли? Не знаю, пытаюсь. Да не надо, Кать, ну это нет, долго. Я хочу понять просто. Если что, я их просто здесь оставлю. Ну это типа фиксатор. Нет, я понимаю. Все, ну еще работает он сейчас. Сейчас, подожди, еще не докрутила. Он просто блокирует эту штучку пластмассовую. Все. Ну так вот, такие его дела. Ну, собственно, вот оно, рабочее место Андрея. Так как сидеть практически нельзя, можно только лежать в основном и немножко расхаживаться. Ну вот, я снял пояс. Когда расстегнул. Ноутбук? А? Ноутбук, говорю, на полочке. Угу. Моя беременная подушка. Ну и, собственно, вот она, кроватка уже с матрасиком. Я ее протерла. Ну, собственно, маятник Андрей показался. Планируется максимально к стене и вот сюда, максимально близко к кровати. Но это уже туда. Ближе, когда уже рожу, наверное, так и буду двигать. А пока, чтобы удобнее было с кровати ночью вставать, в уголочке там оставлю. Там будет кровать, и здесь мы комодик сегодня соберем, поставим. Да? Угу. Пошли расхаживаться. Сегодня мы собираем тумбочку. Специальный пеленальный столик заказали. Такая вот инструкция пришла к нему. Сегодня его Катя собирает. Под твоим руководством я бы сама не разобралась бы с этими направляющими точно. Да, в итоге они нас все равно не доложили, блин, на одну направляющую. Ну, для одного ящика две штучки получается, да. Одну пару. Ну, вот так вот. Это получается не просто пеленальный столик, это комод с такой накладочкой. То есть, когда пеленальный столик уже теряет свою актуальность, накладку мы эту убираем, и остается просто красивый комод. Да. Ну вот сейчас собрали, точнее Катя прикрутила. Сейчас будем собирать связующую вязь. Вот у меня идет связующая вязь. И дальше собирать. Покажем вам потом в конце, что мы насобирали. Да. Ну, должен быть красивый столик. Вон столько к нему пришло этих всяких прибамбосов. Ну что, с чего начнем? А какой стороной закромированной или которой без кромки надо прикручивать? Сейчас посмотрим. Так, комод мы практически собрали. Точнее, Катька собрала. А что ты не рассказываешь? Я запаянную деталь пыталась раскрутить. Ну да, кстати, вот эту вот детальку. Ты думала, что там вкручено что-то и пыталась просто вупсами, шуруповертом. Андрей говорит, давай я тебе помогу. Ну, смотри, она запаянная. Так что, Катька, собрала, не без твоей помощи. Я бы не справилась сама. Сейчас ставим направляющие. Внизу, получается, деревянные ножки сделаны. Тут он сзади белый фасад. Конечно, не гвоздей, не показали кучу. Белый фасад сзади, потому что я перепутала, не той стороной прибила. Ничего, да, все равно. Это, кстати, красивее даже, что здесь белая сторона. Ну, я как дизайнер подумала, что должна была быть белая, и поэтому так и крутила. Ну, правильно, потому что с той стороны вы никто бы не увидел, а здесь была бы серая. Ну, все, осталось, по сути, собрать вот эти вот полочки. И все, и потом сверху пеленальный столик, который откидывается, и все. И все готово. Нет, сверху там вообще просто накладочка наложилась, и все, должно быть. Да? Она просто вот так вылазит. А если упадет он? Нет, она вот сюда, в пазики. А. Видишь? Вот. Короче, это удобная штука. Ей понравится. Да. Так, ну что, комод, можно сказать, готов. Учитывая, что мы не положили направляющую для нижнего ящика, я его даже толком и собрать из-за этого не могу. Не перекрутить, ничего не сделать. Но, в принципе-то, комодик такой, ничего. Получился. Это вот нижний ящик. Напишу сейчас на Озоне,
поставщикам данного комода, чтобы они нам как-то прислали, не знаю каким образом. Инструкция, инструмент, Андрюшка работает. И осталась куча разных вот этих штучек всяких. Я все равно приберу пока. Вполне, по-моему, симпотно. Накладка вот эта потом просто поднимается, полностью убирается и остается вот эта столешня. Вот это тоже столешня. Вот. Накладочку просто потом убрали и все. Какой меч покажи. Я сюда, собственно, заказала такие тканевые органайзеры, чтобы можно было всю мелочевку там детячью разложить. На Валберес заказала. Потом придут, все раскидаю. Здесь планируются вещи. Наверное, те, которые на сейчас и вниз. Какие-нибудь там пледики. Вещи, которые на потом. Там типа 62 размера такое, то, что уже будет. Ну, вот, собственно, ваш первый наборчик для Полошки.